6 проиграли, хотя по первому тайму получалась игра в отборе, закрывали середину поля, а по второму тайму ясно, что в Хабаровске есть исполнители хорошего уровня. Воспользовались нашими ошибками, слабыми местами нашими, наказали нас за нашу где-то невнимательность, где-то несобранность. Нельзя сопернику давать такие шансы. Так, у меня к ребятам нету претензий в плане самоотдачи, да, у нас много моментов таких было, что там позиционно неправильно, там неправильно позицию занимали. Еще раз повторюсь, соперник за это наказывал. Как-то так. Что тут еще добавить? В первом тайме Трубник лучше был, во втором. Если так будем играть всегда, как в втором тайме, можем стать чемпионами. Но если сильнее еще будем играть, то соперника. Показалось, что вот тот второй гол пословутый завел команду так, что полетел, переключил рычаги. От этого много создало моментов, так там зрело не дорабатывало, а тут как от зрину хватили. Полицейские стали добивать. Стали бояться. Если вы обратили внимание, это сегодня уже 7-й матч был, да? Я не в оправдании вообще, 7-й матч сегодня. 6 матчей, сегодня 4, предыдущий матч был, да. А вчера было 6, сегодня 4 матча. И если вы заметили, что в первом тайме контроль над мячом достаточно непросто было осуществлять, потому что лед очень сильно нарезан, команды вышли на раскатку сегодня без подготовки льда. Я вот здесь тоже не совсем понимаю, мы второй матч, получается, мы выходим, играем. То есть это матч чемпионата России, да? То есть это очень важное, да, событие. Внутреннем чемпионате, да? Матч. Приходят болельщики, мы хотим в хороших условиях показывать хороший хоккей. Надо к этому стремиться, если лед вот такой, который он есть. Еще раз говорю, не в оправдании. То есть большее внимание на контроль мяча, чем на передачу или обыгрыш, да, индивидуальные действия. Не индивидуальные, а командные действия. Да? Получается так, что ты не можешь включиться, потому что мяч подпрыгивает. Сродни, как мороз играть, да, вот немножко похоже. Поэтому, может быть, такие моменты случаются. Я считаю, что здесь более тщательно подходить к регламенту. Одно на другое не должно накладываться. 4 матча, не 6 сегодня. Поэтому надо было немножко сделать так, чтобы по времени матча развести. Тем более, вы понимаете, что команды, которые приехали, да, там очень много игроков, которые когда-то играли в хоккей шайбы. Но заточка коньков совсем другая. И лед они режут совсем по-другому. Готовка льда требует больше времени. Помимо, да, еще как-то чемпионат мира внес коррективы в подготовку, может быть, тренировки? Ну, конечно, если мы ночью тренируемся. У нас заканчиваются тренировки 23 часа. Так же, как и у соперников. Это же тоже не очень хорошо. Конечно, внес. Кому не мог не внести. Мы катаемся вечером 22 часа, 21, там 40. Плюс мы не можем выйти в то время, которое нам обозначено, потому что там каким-то образом матчи сдвигаются, а мы начинаем позже. Мы заканчиваем около 12. В этом плане, да. Но он не отразился, я думаю, что вот именно в том плане, что мы катаемся вечером, у нас и матч получается этот вечер. Поэтому по большому счету никаким по времени.